сегодняшнюю нашу беседу мы проведем с вами вместе. Скажите, а вы любите сказки? Да. И сегодня я вам расскажу одну неизвестную для вас, но очень интересную волшебную сказку. Послушайте. Да. Хорошо. Итак, внимание. На самом краю галактики, вдали от главных космических дорог, жила маленькая звездочка. И было ей очень грустно и одиноко. Из своего далека она могла наблюдать жизнь других звезд, вокруг которых кружились веселые планеты. Но ее не замечал никто. Рядом была одна маленькая планета, которая когда-то тоже была яркой звездой, но давно уже погасла. То ли от грусти и печали одиночества думала звездочка, а может быть от старости. А об этом звездочка не знала. Она появилась в этом краю галактики намного позже и думала, вот и я так же когда-нибудь погасну. И никто не узнает, какое тепло могут дарить мои лучи, какой яркий свет они излучают. И однажды в этот край галактики залетела комета. Она рассказала звездочке, что на планетах, которые кружатся возле больших звезд, есть жизнь. Там растут удивительные растения, текут реки, бродят животные, живут люди. Только звездочка хотела спросить, кто такие люди, как маленькая комета махнула своим хвостом и улетела. А звездочка задумалась. Ребятки, поделитесь, пожалуйста, со мной вашими впечатлениями о прочитанном, о том, что вы услышали. Что вас волновало? Что у вас задело, Саша? Мне жалко звездочку, потому что с ней никто не дружил, и она была одинокая. А Настя? Мне тоже стало жалко звездочку, потому что она одна, то что ей очень-очень охота стать одной звездой большой, чтобы вокруг нее кружилась планета. Спасибо. Катюша, как думает? Я думаю, мне понравилось прочитанное. Я думаю, то, что звездочке на самом деле грустно было. И хотелось пожалеть ее. То есть, ребятки, вы сказали, что звездочке было грустно, да? А какие чувства? То есть вот кто-то захотел пожалеть, а кто еще? Какие чувства возникли у звездочки, как думаете, Оля? Жалость. Жалость, чувство жалости. Ира? Печаль. Печаль возникла, да? Кто еще, как думает? Ну, пожалуйста, Катя. Грустно. Грустно стало. Хорошо, ребятки. А еще раз озвучьте, пожалуйста, какая же сложная ситуация в жизни возникла у звездочки? Вот конкретно. Кто попробует? Давайте ручки только поднимать. Как думает Максим? Одиночество. Одиночество. Ребятки, а как сложную ситуацию в жизни звездочки можно назвать по-другому? Сложную ситуацию. Что вот у жизни звездочки было? Проблема была, да, у звездочки была проблема. А что такое проблема по-другому? Как вы можете передать? Пожалуйста. Ну, это когда не знаешь, как выйти из какой-то ситуации. То есть это какая-то сложная... Когда надо попросить о помощи. Верно. Проблема – это сложная жизненная ситуация, которая требует решения. Детки, а поднимите руки те, пожалуйста, а кто хотя бы один раз в жизни был в какой-то сложной проблеме или ситуации. Спасибо. Ребятки, а вот ответьте на такой вопрос. А сложно признаться в своей проблеме? Сложно это сделать? Пожалуйста, поделитесь. Как думает Настя? Я думаю, что это, смотря какая проблема. Если проблема не такая уж и большая, то легче. А если уж прям совсем большая, серьезно, то сложно, то, да? Будет очень сложно. Как думает Андрей? Я так же думаю. Как думает Ира? Я думаю, то, что проблемы бывают разные, и подход к ним тоже разный. Поэтому надо уметь, когда... Видеть ситуацию. Спасибо. Хорошо, ребятки. А как вы думаете, о чем мы сегодня с вами поговорим? О дружбе. О дружбе, о чем еще? О проблемах. А именно о чем о проблемах? О решении проблем. То есть как решить свою проблему. И для начала, ребятки, я хотела бы у вас спросить, вот какие у вас чувства внутри, эмоции у вас, когда у вас проблема, когда жизненная ситуация? Поделитесь, пожалуйста. Что думает Максим? Какая у тебя внутри состояние? Чувство? Когда у меня какая-то проблема,
я как бы начинаю думать, нет, нет. Тревожиться, да, переживать. А что у Кати внутри? Мне становится немного страшно. Страх появляется. Спасибо, Катя. Как думает? У меня происходит волнение. Волнение, тревога, хорошо. Как, что у тебя? У меня внутри как будто все плачет. Плачет, слезы. И как думает Саша? У меня начинает сердце биться быстрее. Усиливается сердцебиение. И Настя? Я иногда мне просто охота рассказать, но боюсь. Страх перед тем, что рассказать. Итак, ребятки, из всех ваших рассказов я поняла, что внутри вас появляется грусть, появляются слезы, тревога, как вы говорили, да, страх присутствует, усталость, да, и на все это накладывается камень. Ребятки, а слышали вы такое выражение «камень на душе у взрослых»? Да, это как? А кто нам его туда положил? Кто его положил? Совесть, да, положила, то есть камень лег, да? Ребятки, а вот посмотрите, а почему цвет серый? Почему такое все мрачное? Почему? Смелее, ребятки. Потому что грустно, у нас не яркий цвет. То есть настроение у нас плохое. А как нам исправить это настроение? Как от этого уйти, избавиться? Ира. Можно как-то себя развеселить, можно что-то... Итак, у нас проблема. Надо как попросить помощь. Попросить помощь, то есть постараться признаться в этой проблеме, да, ребятки? Но вы-то говорили, что признаваться в проблеме сложно. А почему все-таки надо в ней признаться? Почему, Оля? Потому что если ты не признаешься, то тайна становится явной. Спасибо, ребятки, я вас так понимаю. Проблему мы не решим, пока в ней не признаемся, так? Да. Так, от кого это зависит? Кто может решить свою проблему? От нас. Хорошо. Итак, ребятки, сейчас каждая пара берет себе по листочку. На ней у меня разные пары, да? Разные качества личности. Выбираем быстренько листочек, и вы мне поможете выбрать, какие же бери. Пара. Вот пара, вы, да. Вот вы в паре. Так, вы в порядке. Какие качества личности помогут нам исправить проблемы? Так, пара. Раз, пара. Пара. И еще кому-то тоже рядышком. Так. Все листочки с пары. Повернитесь друг к другу. Кто в паре где? Саша и Ира. Да, нет? Все? Попал. Ну хорошо, давайте распределим. Боже мой. Ну она вместе, тройки, они посмотрят. Хорошо? Максим в паре. Максим с Георгием, а Максим другой с Ирой. Итак, ребятки, ваше качество. Покажите, пожалуйста, что это за качество. Прочитайте его. Ваше качество, девочки. Уверенность. Поможет нам она справиться с проблемой? Да. Да, давайте мне свои качества сюда передавайте. Хорошо, уверенность у нас. Так, ваша пара. Понимание. Поможет справиться с проблемой? Давайте так. Ваша пара. Желание. Желание может нам помочь справиться с проблемой? Да, если ты очень сильно хочешь. Да, конечно, спасибо. Следующая пара ваша. Ваша, ну пожалуйста. Сила. Сила поможет? Да. Да, силу мы можем применить. Поможет. Сила воли, верно, да? Следующее качество, пожалуйста. Смелость. Смелость поможет? Да. Поможет, хорошо, спасибо. Так, следующая пара. Пожалуйста, Максим. Тревога. Поможет справиться? Нет. Нет, хорошо. Ты мне ее просто, пожалуйста, на стол положи, хорошо? Вашей пары. Грусть. Поможет справиться? Нет. Положите просто, пожалуйста. У вас, Саша. Умеренность. Поможет? Да. Дай, пожалуйста, свой листочек. И у Кати. Злость. Поможет нам справиться? Нет, тогда просто положи сюда. Ребятки, а посмотрите, вот из этих черт характера получилось лучики. Чего вы уже догадались? Солнышко. Солнышко, ребятки, а почему вдруг возле проблемы появилось солнышко? Почему? Почему? Как думает Катя? Потому что мы набрались уверенности, и мы готовы признаться и решить проблему. То есть мы все свои лучшие качества собрали, и от этого у нас на душе должно как у вас получиться? Что у нас получится, ребятки? Как думает Настя? То нам станет легче решить проблему. Я еще хотела сказать, что солнышко появилось, чтобы убрать как этот камень. Верно, правильно, ребятки. И наша душа, посмотрите, во что она превращается? Был черный камень,
наши качества собрались, солнце, оно превратилось в планету добрую, ребятки. Но не так просто мы пришли к этой планете. А давайте вспомним. Итак, у нас была проблема. Мы ее увидели. Собрали все в себя лучшие свои качества и нашли в себе смелость, что сделать? Признаться, то есть найти мужество, признаться в этой проблеме. И от этого вы говорили, что мы сняли? Камень с души. Мы решили проблему. Вот таким вот путем мы пришли. Наша душа стала легкой, яркой планетой. Ребята, но пока мы шли, совсем забыли о звездочке. Нас-то с вами много, а она совсем одна. А вдруг она не решила свою проблему? Может спросить у планеты. Может спросить у планеты. Планете кто помогал? Мы. Давайте тогда узнаем, чем же завершилась сказка. Может быть, звездочке нужна наша помощь? Дослушаем сказку? Дослушаем. Хорошо. Задумалась. Может быть, когда-то эти планеты тоже были звездами, потом они погасли, но жизнь их не прекратилась. А вдруг и на соседке планете может появиться что-нибудь прекрасное? Надо просто ей помочь. И звездочка стала светить ярче, стараясь хотя бы кончиками своих лучиков коснуться планеты и согреть ее землю. Когда первый луч коснулся этой планеты, маленькая звездочка не могла видеть первый зеленый росток, но она чувствовала и, обрадовавшись, стала светить все ярче и ярче на эту планету. И вскоре маленькая звездочка стала замечать, как меняется ее соседняя планета. Из серой, скучной планеты она превратилась в веселую красавицу планету и жизнерадостную подружку. И так, что рядом, по соседству, звезды стали приближаться к новому солнышку, надеясь обрести вторую жизнь. А маленькая звездочка забыла про свое одиночество и стала очень радостной и счастливой. Вот так вот, ребятки, завершилась сказка. А скажите, пожалуйста, чему учит нас эта сказка? Так, Максим, как думаешь? Потому что нужно, если у тебя есть проблема, нужно объединить все свои качества и решить ее. То есть найти мужество и решить ее. Как думает Катя? Я думаю, то, что не бывает безвыходных ситуаций. Надо всегда найти смелость. Опять же, только в самом человеке. Хорошо, как думает? То, что надо всегда уметь решать эти проблемы. Выходить, а не сдаваться. Спасибо. Как думает Лёва? Что хотел сказать Лёва? Я хотел сказать, что если добро делать другим, то эта проблема сразу решится. Хорошо, ребятки, посмотрите. У меня в руках появилась такая маленькая, еще очень хрупкая планета, которую мы создали. А почему? Послушайте, в ней что-то шуршит, а в ней шуршат те проблемы и сложные ситуации, которые нас окружают. А посмотрите, в форме чего я эти проблемы представила. Посмотрите, это что такое? Фасолинки. Фасолинки. Давайте присядем. Я каждый из вас возьмет по одной фасолинке. Возьмите, пожалуйста, по одной фасолинке. Зажмем ее крепко в кулачке. Фасолинку. Зажмем ее крепко в кулачке. Крепко-крепко, не боясь. Закроем свои глазки. Поднесем эту фасолинку к себе. И постараемся ей шепнуть то, что то самое сокровенное, что вас волнует, но вы боитесь рассказать. Давайте это с вами сделаем. А если ничего не волнует? Ну, это хорошо. А теперь откроем глазки. Итак, ребятки, у кого была проблема, тот, признавшись ей, стал чуточку сильнее. У кого не было проблемы, это хорошо. Послушайте, что будет делать эта фасолинка? У кого нет проблемы, она просто будет талисманом, и она будет его оберегать. Если у кого-то была проблема, она тоже будет талисманом, и вы можете делиться с ней. Следующий способ, что вы можете с ней сделать, просто выбросить ее. Но помните, что выбросив проблему, вы о ней просто так не забудете, если вы ее не решили. Она все равно вернется. И третий способ. Ее можно посадить, верно вы сказали, и ее росток будет теми добрыми качествами, которые вам будут помогать решать проблемы. Теперь давайте зажмем свои фасолинки в ручки. Возьмемся за ручки, попробуем, да? Ребятки,
В завершении нашей беседы я хочу вам пожелать, ребятки, пусть в вашей жизни, мальчики, не будет никогда проблем. Если вдруг проблема появится, вы не бойтесь ее, да? Находите в себе самые лучшие качества, признаетесь и решаете эту проблему. Договорились? Да. Договорились. Хорошо, ребятки, а на память отпускайте ручки и держите фасоль. Я хочу вам подарить изображение той планеты, пусть она еще очень маленькая, но созданное совместно, мы ее сегодня создали вместе. Ребятки, посмотрите, а что оберегает планету? Что находится рядом с ней? Звездочка. Я надеюсь, что вы навсегда запомните эту сказку, как звездочка сама, обнаружила свою проблему, разрешила ее и нашла себе подружку. Итак, ребятки, давайте теперь возьмемся за руки. Положите планеты себе на коленочку. Положите, ей позвольте положить. Поделитесь немножко своими впечатлениями. Что оставит у вас сегодня наше занятие? Ну, пожалуйста, Саша. Ручки опускайте, давайте теперь просто... Мне было очень интересно послушать сказку. И сегодня был как будто праздник какой-то. Спасибо. Так, как думает Катя? Я научилась решать свои проблемы, и когда у меня будет проблема, я смогу ее быстро решить, и у меня не будет больше проблем. Спасибо, Катюш, спасибо. Катя? Мне понравился этот урок, осталось много впечатлений. И у меня тоже все проблемы решились. Я теперь знаю, как найти из них выход. Спасибо. Хорошо, Настя. Я сегодня поняла, что лучше не скрывать проблему и не ждать, пока кто-то о ней узнает. А лучше самому рассказать о ней. И что тебе поможет? Тебе поможет, что твои же лучшие качества. Как думаешь? Да? Я сегодня поняла, то, что не стоит скрывать ту тяжесть, которая на тебя навалилась, а рассказать о ней и на душе станет у тебя что? Хорошо. Хорошо, хорошо, пожалуйста. Андрей? Я буду решать проблемы. Мира? И еще у меня остался один вопрос. Мне было очень интересно решать проблему, и я поняла, как Какой у тебя вопрос был? Ну, а какая это суперсонка? Она же может не выяснить. Ну ты попробуй. Если ты будешь о ней заботиться и направишь всю теплоту и внимание, она обязательно даст росток. Как звездочка не надеялась уже ничего, но все равно планета у нее получилась подружиться с планетой. А если, в принципе, не постоянно будешь с ней, потому что ты редко туда приезжаешь на дачу. Ну, а ты сделай так, чтобы ты рядышком была. Ей надо совсем немного. Небольшой горшочек. Будет она всегда с тобой рядышком. Ребят, бабушку попросить. Бабушка тоже. Хорошо. Спасибо, ребятки, за работу. Мне очень понравилось работать.